Меня зовут Майлз Моралес, и я единственный бруклинский Человек-паук. И кажется, все налаживается. А знаешь, ты будешь уволен. Да, мне не важно. Не важно? Вау. Не важно? А ты типа как корова или далматинец? Я пятно. Это не смешно. Ладно, все, завязывай. Майлз хороший ученик, врать не буду. У него твердая пятерка по физике. Это мой мальчик. Но четверка по испанскому. Что? Майлз, ты хоть понимаешь, какого... Простите, мне нужно идти. Пока. Он не честен с вами. Надеюсь, вы понимаете. Майлз, прогуляемся. Что, Гвен? Стой, подожди секунду. Есть какая-то особая суперкоманда с кучей людей-пауков? А кто этот новенький? Это невероятно. Это наша база. Мигель О'Хара. Это было его идеей. Что я должен сделать, чтобы попасть в вашу команду? Ты никогда не станешь ее частью. И больше ни слова о докторе Стрэндже, этом задроте с земли 19999! Да ладно тебе, полегче. У парня был ужасный учитель. Питер! Майлз! У тебя ребенок? У меня ребенок. Спокойно. Я сам разберусь. Майлз, быть Человеком-пауком значит чем-то жертвовать. Перед тобой стоит выбор. Спасти одного человека или все миры. Верни меня домой. Я не могу это сделать. Я справлюсь с этим. Человек-паук всегда... Не всегда. А что насчет дяди Бена? Если бы не дядя Бен, большинство из нас здесь бы просто не было. Ты не можешь бегать вечно! Я не могу потерять еще одного друга. Мы не об этом с тобой говорили. Ты знал? Ты не понимаешь, что творишь! Всю мою жизнь мне говорили, как правильно нужно поступать. Но я сделаю все по-своему. Всем постам, остановить Человека-паука! Ты? Я смотрел на моего дяди! Дай угадаю, он умер?